Больницы остаются единственным местом, где во время карантина не прекращается людской поток. Кто-то заболел, кто-то пришел передать продукты. Ежедневно в учреждениях здравоохранения региона многолюдно. В связи с этим опасность заразиться именно в больнице или поликлинике возрастает в разы. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в пределах медучреждений, в каждом проходят ежедневные мероприятия по обеззараживанию и постоянная уборка помещений. Здравствуйте, что у вас случилось? Добрый день, мне нужна плановая госпитализация и хирургия. Проходите. Теперь попасть в детскую областную клиническую больницу можно только так, с помощью видеодомофона и ответов на вопросы о самочувствии. Чтобы не допустить заражения маленьких пациентов, вход в медучреждение строго разграничен. Если у входящего температура, первые признаки ОРВИ или гриппа, он направляется прямиком в фильтр-бокс через отдельную дверь. Если дети попадают в фильтр-бокс, то также, соответственно, мы вызываем профильных докторов. Если какие-то сомнения у профильных докторов, то вызывают педиатра с педиатрического корпуса, а там уже дальше. И все это время, если ребенок поступает по скорой помощи, скорую помощь мы не отпускаем. Соответственно, дальше уже доктора принимают решение, куда отправлять или оставлять у нас. Если маленького пациента все-таки решено оставить в ДОКБ, то родитель может не беспокоиться за его здоровье. Каждые 2 часа все наиболее контактные места протираются специальным антисептиком, рекомендованным Роспотребнадзором. Ручки дверей, включатели, металлические сиденья в коридорах. Обязательное включение обеззараживателей каждые 2 минуты. Причем они располагаются так, чтобы ни один квадратный метр не остался необработанным. Больница переведена на повышенную обработку по противовирусному режиму, особенно наиболее контактное отделение, в частности приемное. Обработка помещений проводится чаще, чем это делается обычно. Все ручки, все поверхности, обеззараживающие установки воздуха работают в непрерывном режиме. Весь персонал обеспечен средствами защиты, введен масочный режим. Также с понедельника у нас введены строгие ограничительные мероприятия. На территорию больницы не пускаются посторонние, кроме персонала и пациентов. Несмотря на то, что случаи заболевания коронавирусом среди детей очень редки, это не повод не проводить мероприятия по их защите. Тем более в апреле все еще не завершен опасный период сезонных заболеваний – гриппа, ОРВИ или ОРЗ. Поэтому дополнительная дезинфекция или мытье рук никогда не повредят. Впрочем, как и ношение масок в поликлиниках и больницах. Зачастую пациенты халатно относятся к вопросу собственной безопасности. Это мы выяснили в первой поликлинике, примыкающей к 6-й городской больнице. Вообще не ношу. Я в основном дома сижу и как бы вышла так. То есть не боитесь заражения? Нет. Без маски, потому что в аптеках нет масок. Почему вы уверены в своей безопасности? Ну, потому что. Ну, конечно, ваше здоровье. Совершенно верно. Я не успел сшить. А вы шьете сам? Да. А почему? Потому что закончились в магазине. Не можете купить? Не, не можем. Все медики сходятся в том, что ношение маски – это в первую очередь защита вас и ваших близких. Даже если их нет в наличии, есть способы сделать ее самостоятельно из подручных материалов. На эту тему уже немало видео в интернете. Следите за своим самочувствием и избегайте лишних контактов. Это поможет сохранить ваше здоровье или даже жизнь.